Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы научим вас делать медузу. Это один из самых эффектных трюков в вейпинге. Может создаться впечатление, что он довольно сложный в исполнении, но это не так. Для того, чтобы сделать красивую медузу, нужно всего лишь выпустить кольцо и начать его вести. Ссылка на видео по теме управления кольцами будет в описании. После того, как вы поймали кольцо и начали его вести, сделайте затяжку не в легкие, а в щеки и аккуратно вытолкните щеками пар изо рта в центр кольца. Пар начнет закручиваться вокруг кольца, и у вас получится красивая медуза. Для создания огромной медузы просто повторите действие с затяжкой в щеки несколько раз. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нет Бай и до встречи на нашем канале. Чё-то не пошло не так. Серьезно?